это когда люди ходят на море. Еще не надо ходить на работу. Когда кто-то отдыхает. На его заслужила моя семья. И у них есть свободное время. Кому-то в гости приехать. Это когда отдыхают. Выходные, в отпуск там. Можно дома отдохнуть, лежа поспать. Еще можно куда-то поехать. На площадку можно поиграться. Где-то возле озера, в лесу на пикнике. Можно в это время поспать. Это где время меряет. Не означает это где не знаю сколько минут вообще-то. Полночи, две ночи, три ночи, четыре. Там, где показывают, сколько там часов. Такая вещь, которая показывает секунды, минуты. Когда время спать. Они стоят на полке. Они бывают размером вот такие. Даже и круглые. Это когда время? Он стоит на стенке. Ну, таким, или большим таким, механическим. Круглые там, и в них еще 12 цифр. Они бывают на батарейках и на магнитической. Они работают с помощью шестеренок. Стрелки на цифры переворачиваются. Стрелки на батарейках. Шестеренка – это такая деталь, круглое. Это такой прибор. Квадратные, треугольные, круглые, прямоугольные. Ну, проверяют людей. Это мода. Это человек, который продает одежду. И примеряет их на людей. Он работает дома. Когда шьют одежду, штаны. Он продает телефон. Лампочки. Всякие там штуковины. Когда в аэропорте такая штука есть, если у тебя есть какие-то там железные детальки, это где указывают там блесками всякие шорты, носки, что-то еще такое там такое. Этого человека знают все. Такой, который делает вещи на работе. Это когда продавец.